Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии финала Кубка Америки. Сборная Аргентины против сборной Бразилии. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит. Ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. Непростым получился путь у обеих сборных до этого финала, но это, ребята, настоящее противостояние. Аргентина против Бразилии. Кто же окажется сильнее, Неймар или Месси? Совсем скоро мы с вами уже это узнаем, ну а пока попробуем спрогнозировать. 12 минут позади, пока особо опасных моментов нет, но вот сейчас сборная Бразилии пытается что-то придумать. Передача на Роберто Фирмино, удар по воротам. И 1-0. Сборная Бразилии выходит вперед на 14-й минуте. И делает это нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино. Хорошей получилась эта атака. Быстрой через центр. Разыграли на коротке. Неймар увидел забегание партнера. Ну и здесь Бобби Фирмино не прощает соперника. 1-0. Бразилия повела. 18-я минута. Сборная Аргентины пытается провести уже свою атаку. Большими силами сейчас идут вперед. Дакуня. Анхель Ди Мария. Розыгрыш на коротке. Передача в центр. Мартинес. Дойдет ли дело до удара? Удар есть, и только лишь угловой. 21-я минута. По владению пока что Аргентина превосходит бразильцев. Но Бразилия впереди. Им не важно владение мячом. Важно качество. Попытка. Еще одного удара, но здесь сборная Бразилии спокойно справляется и начинает контратаку. 30 минут позади, и пока что по-прежнему сборная Бразилии впереди 1-0. У Аргентины особо опасных моментов не было. Были подходы, но до акцентированных ударов дело так и не доходило. Бразилия снова в атаке. Роберто Фирмино, еще один удар и угловой. Пошла подача Фреда на ближнюю штангу. Аргентина отбивается, и нужно бежать в контратаку. 40-я минута, еще одна подача в штрафную, и снова Роберто Фирмино пытался пробить. На отскоке мяча снова Бразилия. Лукас Пакета, Роберто Фирмино, Лоди. Через всех футболистов сборной Бразилии проходит мяч. Еще один момент, и здесь было положение вне игры. У нас начинается второй тайм, финал Кубка Америки. Аргентина-Бразилия. Пока что в нашем прогнозе, благодаря голу Роберто Фирмино, Бразилия впереди 1-0. У Аргентины были подходы, но реализовать их они не смогли. И снова выход Роберто Фирмино. На сей раз успевает голкипер сборной Аргентины его опередить. И сильным ударом выносит мяч к центру. У нас полчаса до конца основного времени и примерное равенство по владению. Сейчас сборная Аргентины шла в атаку, но очередная потеря. И бразильцы отвоевали себе мяч. У нас 70-я минута. Лионель Месси делает подачу в штрафную. Удар не получился, и сборная Бразилии выходит в контрвыпад. Хорошая передача на Данилу, уже сборная Бразилии в атаке, зашли в штрафную соперника, Неймар. Попытка удара, и аргентинская оборона справляется. А это удар Мартинеза. Мяч нырял в ближний угол, но немножко точности удара не хватило. У нас идут последние 10 минут, Аргентина заработала право на штрафной, пошла подача. Бразилия снова отбивается, не позволяя сопернику пробить. Считанные минуты до конца основного времени. Удар по воротам здесь спокоен. Алисон Беккер. И буквально пара минут до свистка. Бразильцы никуда не торопятся. Одну минуту добавляет главный арбитр. Она уже практически истекла. И все. Бразилия, друзья, в нашем прогнозе побеждает. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.